Давайте сегодня поговорим о курсе «Чувственное восприятие». Внутренняя отладка – это последняя внутренняя отладка, которую мы планируем. В 2020 году мы отладок пока не планируем, и тем более по чувствам. Как часто человек задает вопрос: «Я не чувствую себя, я не знаю, что такое чувствовать», путает чувства и ощущения, чувства и эмоции. Но уже о душе вообще речь не идет, да? Как почувствовать свою душу? Да фиг его знает как. И с этими вопросами часто люди обращаются. На самом деле, когда мы начинаем смотреть, какая причина того, что у человека снижена чувствительность, очень часто причина кроется в том, что у человека была какая-то травмирующая история в прошлом. Страх, боль, какой-то стресс. И было принято решение не чувствовать, потому что было слишком больно. И это решение перешло как решение души на эту жизнь, и в этой жизни чувствительность снижена. Иногда бывает такое, что на человека имело место воздействие. Вы же знаете, рекламой очень много наполнено источников, типа приворожу, отворожу, еще там что-то сделаю. Вот все эти неосознанные маги, целители, колдуны, ведьмы и так далее, они вносят свою лепту. И у нас на практике реально встречаются люди со сделанными блокировками, когда реально чувство заблокировано у человека, с попыткой привязать к кому-то. И тогда приходится с этим работать отдельно. Обычно для этого требуются консультации. И на консультациях после перепрошивок, после удаления у человека идет освобождение. Так вот, курс «Внутренняя отладка» – это симбиоз, когда мы можем вот эти все штуки у человека позачищать прямо во время курса. Поэтому этот курс мы ведем втроем. Я, Андрей Хримук и Евгений Волков. Потому что будет идти индивидуальная работа с каждым. Этот курс смотреть в записи будет не нужно и неэффективно, если кто-то захочет его купить или скачать, или каким-то образом получить на него доступ. Как любая внутренняя отладка, этот курс полезен тем, кто в нем принимал участие. Там будут даваться техники, раскачки, медитации именно для осознавания, для чувствования, для настройки себя и для настройки на свой внутренний мир. По сути дела, этот курс – это вход в инфодайвинг, да? И в то же самое время там будет дополнительная работа вестись, индивидуальная, настроечная, когда мы четко человеку помогаем войти и начать работать. Курс проводится не первый раз. Благодаря этому курсу мы смогли наработать алгоритмы работы с чувствами, которые будут использованы уже в следующем году, просто как обучающие программы, а консультации будут отдельно. Поэтому те, кто хотят прожить, прочувствовать и попробовать на себе внутреннюю отладку, приглашаем. Приходите, принимайте участие. Курс по чувствам, ну, это один из основных базовых курсов в инфодайвинге.